Сегодня вторник, 11 апреля. Жили бы вы в 1147 году, то именно в этот день впервые бы услышали слово «Москва». Юрий Долгорукий тогда пригласил черниговского князя Святослава Ольговича на встречу фразой «Приди ко мне, братья, в Москов». А на GSTV — игры. Что объединяет Call of Duty и Marvel? Насколько просторной будет State of Decay 2? И как сильно разрастется Монреаль? Узнаете прямо сейчас. Решено и обжалованию не подлежит. Activision точно экранизирует Call of Duty. И да, безусловно, никого из боссов издательства не интересует какой-то жалкий один фильм. Компания намерена превратить свой франчайз во что-то вроде киновселенной Marvel. Уже все распланировано на много лет вперед и собрана команда сценаристов, задача которых придумать нечто масштабное и эпичное, наподобие тех же супергеройских блокбастеров, но при этом с сохранением атмосферы из игр. Руководитель Activision Blizzard Studios Стейси Шер добавляет, что, мол, у нас есть Black Ops с тайными противостояниями, будут фильмы в духе этой линейки. Есть Modern Warfare, где мы можем почувствовать себя солдатом на передовой, когда на тебя смотрит весь мир. Ей будет посвящена отдельная серия фильмов. Какие-то ленты будут сочетать разные элементы. Например, где-то будут демонстрировать конфликт глазами рядового солдата вместе с теми же тайными операциями. То есть прямо сейчас Activision врубила машину на полную катушку, и не удивляйтесь, если премьера в кинотеатрах дебютного боевика состоится уже в 2018-м, а дальше они будут появляться так же часто, как, например, сейчас происходит со «Звездными войнами». Насколько эти, безусловно, тупые, но наверняка крайне зрелищные и попкорновые творения Голливуда получатся качественными и увлекательными, посмотрим, интересно. Не исключено еще, что под брендом Call of Duty выйдет и телесериал. Но, если верить инсайдерам, в нем в качестве сеттинга будет использована либо война во Вьетнаме, либо Вторая мировая. Если у вас есть желание пощупать стратегию Warhammer 40 000 Dawn of War 3 до релиза, то пометьте себе, что 21 апреля в 21:00 по московскому времени стартует открытое бета-тестирование. Сервера будут работать до 24 апреля включительно. Опробовать, естественно, дадут только урезанный мультиплеер. Он тут вдохновлен механикой моба. А до тех пор пираты со всего света вовсю наслаждаются слитой на трекеры Mass Effect Andromeda. Мы говорили, что уже в принципе систему защиты Denuvo можно убирать. Какой в ней, казалось бы, теперь смысл? Но BioWare так не считает. Она, наоборот, обновила систему защиты, таким образом отрезав для обладателей нелицензионных копий доступ к новому контенту, который будет выходить в будущем, и к патчам, которые в том числе исправляют лицевую анимацию. Актуальную версию Denuvo наверняка тоже пробьют, но на это уйдет время. Патч версии 1.05, как видно по этим кадрам, исправил несколько недоразумений, улучшил внешний вид глаз людей и Азари и синхронизацию губ во время разговора. Но BioWare еще явно предстоит куча работы, если студия собирается более заметно исправлять внешний вид персонажей. Андромеда продается хоть и неплохо, но в целом хуже предыдущих частей серии. Хвалиться Electronic Arts нечем, а вот дела Atlus удивляют даже ее само. Ролевка Persona 5, вышедшая неделю назад на PlayStation 3 и 4, добилась лучших продаж за всю историю франчайза. За несколько дней с момента релиза в магазины было отгружено 1,5 миллиона копий игры на физических носителях. То есть, подчеркнем, это не количество непосредственно проданных экземпляров, а только тираж, закупленный ритейлерами. Но продавцы абы как закупки не делают. Они основываются на прогнозируемом спросе и интересах потенциальных клиентов. На территории Европы это первая за последние 4 года японская RPG, которая смогла возглавить чарт продаж, сдвинув ту самую Mass Effect Andromeda. До Persona 5 подобным подвигом могла похвастаться Ни но Куни Wrath of the White Witch аж в 2013 году. Во второй State of Decay, как заявили разработчики из Undead Labs, на старте будет представлено 3 крупных карты. А если вы сейчас подумали про себя «Вот сволочи, урезали игру», то уточним, что одна такая карта по размерам примерно равна вообще всем локациям из первой части. Но авторы хотят не столько масштабами похвастаться, сколько тем, что смогли их по-настоящему здорово реализовать. Все участки на этих трех картах были спроектированы со всей любовью, чтобы каждый уголок выглядел индивидуально и запоминался. Чтобы у игроков не было ощущения дежавю, когда при входе на новую локацию не покидало ощущение, что здесь ты уже был, и в точности в такой же домик уже заходил, и тот самый куст тут растет точно в таком же месте. А цифра 3 означает, как вы уже догадались, что авторы теперь будут добавлять новые карты после релиза. Разумеется, своих выживших вместе с накопленным барахлом без проблем можно переносить из одной области в другую. Еще при переезде в новую область мы будем получать какие-то бонусы за каждое построенное здание.
Релиз, напомним, состоится в этом году на PC и Xbox One. Довольно необычную торговую марку зарегистрировала в Европе CD Projekt Red — Cyberpunk. То есть просто Cyberpunk, а не Cyberpunk 2077. В этом случае никто из других разработчиков не сможет использовать термин «киберпанк» без страха о предъявлении иска. Хотя, по идее, обозначение художественного жанра закреплять за собой в качестве бренда запрещено. Но Евросоюзом, на удивление, решение было одобрено, не в последнюю очередь в связи с тем, какой неоспоримый вес сегодня имеет польская компания на местном рынке. «Мы лишь хотим обезопасить наш тяжелый труд. Мы не собираемся использовать эту торговую марку в агрессивных целях. Это не более чем самозащита», — заявили представители CD Projekt Red, добавив, что если они захотят назвать сиквел, скажем, Cyberpunk 2, то без регистрации именно Cyberpunk они выпустить игру с таким заголовком попросту не смогут. Впрочем, в США компания владеет аналогичной торговой маркой еще с 2012-го, и действительно проблем пока не возникало. По сути, CD Projekt Red не является единственным и неоспоримым владельцем этого слова. Кто угодно тоже имеет право выпустить игру со словом «Cyberpunk» в названии, если заголовок не будет путать покупателей. Помнится, руководство Bethesda было очень недовольно тем, что Маркус Персон использовал слово «Scrolls» в названии своей карточной игры. Якобы оно может сбить с толку потенциальных покупателей The Elder Scrolls. Поляки уверяют, что подобным образом ни до кого докапываться не будут. Если каждому геймеру задать вопрос, какой город можно считать самым главным и комфортным для разработчиков игр, то, скорее всего, ответ у всех будет один — Монреаль. И это правда, несмотря на то, что канадцы в последнее время стали сильно уступать полякам в плане таланта и креативности. Нет сомнений, что именно во втором по величине городе Канады сосредоточено самое плотное скопление игровых студий, и правительством созданы все условия, чтобы создатели интерактивных развлечений просто выполняли свою работу на все 100%, не отвлекаясь на мелочи. Конечно, после упомянутой уже несколько раз Mass Effect Andromeda так и хочется сказать, что вообще-то можно было бы стараться и лучше, но факт есть факт. В Монреале сейчас Ubisoft делает новые Far Cry и Assassin's Creed. Motive Studios во главе с Джейд Реймонд занята новыми проектами во вселенной Star Wars. Местное подразделение Warner Bros., судя по всему, разрабатывает нового Бэтмена. В Eidos Монреаль кипит работа над серией игр по Мстителям Marvel. Список можно продолжать. Но к чему это мы? Все это гнездо будет только разрастаться. Правительство Квебека объявило, что Electronic Arts в ближайшие 10 лет инвестирует в местную экономику 500 миллионов долларов и обеспечит работой еще 500 игровых специалистов. Государственные органы предлагают компании конкурентоспособную финансовую базу, которая позволит двигаться вперед, и надеются в будущем на то, что Квебек станет лидером индустрии видеоигр и признанным центром передового опыта. Как-то так и должны выглядеть города будущего. На этой ноте завершим 11-й выпуск GS Times Games в 2017 году. Вам удачного дня! Берегите себя!